Модель PFT-G4 – это флагман турецких штукатурных станций. Разница в стоимости этих станций более 200 тысяч рублей. Зачем нам записывать сравнение, если и так понятно, почему переходят от PFT к PowerMix? Друзья, здравствуйте! С вами компания «Штукатурные решения». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Нам очень важно ваше мнение. Сегодня мы хотим сравнить две штукатурные станции PFT немецкого производства и станцию PowerMix турецкого производства. На сегодняшний момент цена станции PFT-G4 595 тысяч рублей, в то время как цена станции PowerMix 385 тысяч. Итак, давайте разберемся, почему же такая большая разница в цене. Модель PFT-G4 производится уже на протяжении 40 лет. В течение этого срока станция постоянно модернизировалась, улучшалась и зарекомендовала себя с очень хорошей стороны, как по рынку России, так и по всему рынку Европы. PowerMix – достойный конкурент. Это флагман турецких штукатурных станций. И чтобы нам понять, почему же такая большая разница в цене, давайте подробно рассмотрим эти станции внешне и также пройдемся по их характеристикам. Давайте посмотрим спереди и постараемся найти хотя бы 5 отличий. Компрессора LK250 одинаковые. Передние ручки одинаковые. Ящики для инструмента тоже одинаковые. Оба бункера на 135 литров. Внутри находится барабан. Также в PowerMix установлен удобный барашек. Также крепления для подъема на кране, как вы видите, находятся у станций на одинаковых местах и ничем не отличаются. Движки этих станций одинаковые по мощности, 5,5 кВт фирма Nord, 5,5 кВт фирма Yilmaz, с одинаковыми характеристиками. Колонны этих станций тоже одинаковые, вот что на PFT, что на PowerMix. Два входа для воды, то есть для гипса, для CPS, и там расположение одинаковое. Эти колонны легко поднимаются. Шнековые пары твистеры тоже одинаковые, просто разных заводов-изготовителей. На панели управления станции PFT все очень просто, интуитивно понятно. Так же, как и на станции PowerMix, вы с этим легко разберетесь, это не доставит вам труда. Также интересный факт, искали ключик от станции PFT, взяли от Калета. Он идеально подошел. Начинка электроящиков идентичная, просто небольшая разница в самом расположении. Водяная система этих станций находится на тех же самых одинаковых местах. Во многих комплектациях станции PFT нету водяного насоса. В станциях PowerMix всегда есть водяной насос. Разница в стоимости этих станций более 200 тысяч рублей. То есть это, к примеру, новый шпаклевочный аппарат фирмы EGO, благодаря которому вы можете делать шпаклевочные работы. И стоит ли переплачивать за более именитый бренд, решать, конечно же, вам. Также пишите нам комментарии, мы вам всем ответим, нам очень важно знать ваше мнение. С вами была компания «Штукатурные решения», до новых встреч!